Готовим салат. Бычок. Для этого берем любое плоское блюдо. Берем куриное филе. Его либо отвариваем, либо запекаем. Нам потребуется 250 грамм. И начинаем формировать. То есть у нас будет форма головы быка. У нас снова шкаф, поэтому немножко постучат. То есть прямо ручками, либо ложечкой мы формируем так немножко голову. Так, теперь покрываем майонезом. Для этого либо пакет надрываем, надрез делаем, либо кондитерский мешок. Берем банку горошка, сливаем жидкости, также выкладываем наверх следующим слоем. Ничего страшного, если все развалилось, просто мы собираем и формируем дальше. Дальше также делаем сеточку из майонеза. Ее можно не размазывать, она и так хорошо распределится. Теперь добавляем 300 грамм картошки. Ее предварительно мы натираем на крупной терке. Выкладываем. Также формирую голову. Мы не боимся, прям формируем ручками. То есть можете немножко прижать. Так, чтобы было ровненько. Все корректируем. И спереди. Немножко посолим, потому что здесь явно соленых ингредиентов нет. Только майонез. Смазываем майонезом. Лишнее убираем. Здесь можно немножко распределить ложкой. Белки отделяем от желтков и натираем на мелкой терке и желтки, и белки. И украшаем. Украшать можно как вам. Если у вас есть фантазия, вы как-то хотите, украшайте. Пока попробуем. Так, не забудьте потом поделиться результатом. То есть везде, кроме носика, у меня будет желток. Дальше украшаю белком. Немножко так его прижимаем, крепим. Так, теперь остается украсить. Теперь берем обычный черный хлеб, нарезаем вот такие два ушка из него. И вот так по бокам нашему бычку ставим. Какой же симпатюлька получается. Дальше нарезаем еще два треугольничка уже. Это у нас будут такие рожки. Здесь вставляем, если не получается, то помогаем вилочкой. Либо ложечкой, потому что, видите, она падает. Нужна здесь, как бы, в чем будет держаться углубление. Так. Так делаем с одним и со вторым. Тоже немножечко. Так. Экспериментируйте ушки. Рога можно подвигать. Смотрите, как будет симпатичнее. Ну как? Мне кажется, вполне себе уже ничего. Оливки нарезаем вот такими шайбочками и делаем нашему бычку глазки. Раз. И два. В серединке, чтобы не было пусто, можно заполнить майонезом. Эти глазки, опять же, на разной ширине, как смотрится. Заполняем майонезом. Так, и делаем носик. Тоже две маслинки нарезаем. Так, вставляем. И между ними можно вставить от мандарина или от апельсина вот такую корочку. Вот, получается колечко. Для этого мандарин я порезала просто вот такой долечкой. Серединку скушала, боковинку отрезала и вот так. Ну вот и все. Такой у нас бычок получается.
Готовься с удовольствием удивлять гостей и близких.